Каждую весну мы развешиваем в долине маленькой речушки подончик синичники. В этом году мы создали там экологическую тропу. К сожалению, пришел огонь на нашу тропу, и он продолжается еще до сих пор. Люди не понимают правил природы. Вот, например, наш сторожил Коршун это прекрасно знает. Огонь он не любит. Коршун не только у нас хозяин на тропе, главный санитар. В его гнезде множество всяких тряпочек, которые он собрал среди листвы. Весна, время цветения медуниц, время развески синичников. Чем синичник отличается от скворечника? У него очень маленькое отверстие, всего лишь 3 сантиметра диаметром. Да и донышко синичника тоже маленькое, квадратик 10 на 10 сантиметров. На деревья мы вешаем синичники при помощи провода, который легко затянуть на шурупах и легко снять. Синичники можно проверять, можно чистить, ухаживать за ними. Но не каждый мальчишка может залезть на дерево. Для этого нужно мастерство. Надо знать, как поставить ногу. И лучше всего развешивать синичники вдвоем. А это не синичник. Зимой упал скворечник. Пришлось его подправить, повесить повыше и прикрепить покрепче. И синичники, и скворечники делали родители наших малышей. Начальные классы приняли самое активное участие в конкурсе на лучший синичник. Конечно, самый лучший синичник мы оставили в гимназии, в экологическом музее, чтобы все знали, как правильно сделать домик для птиц. Последний домик мы повесили в конце тропы на крутом обрыве, на березе. Возле самого Шадрина мы надеемся, что проходящие жители не сбросят его, как это бывает. А мы развесили синичники, полюбовались на первые цветы и идем счастливой домой.